Но стоит мне остановиться, например, на недельку, все, у меня там вторая неделя отдыха начинается, и потом вообще начинаю ходить один раз в неделю. Вот я сходила позавчера, сегодня еле передвигаюсь, и вчера еле передвигалась. Мама, спасибо большое. Блин, спасибочки. Папита. Рахмат. А, какая красота! Спасибо. Пресс. Нет, я в основном ноги, спину. С прессом не очень. А Сим что-то отошел мысль, да? Улям Хазер. Рахмат. Как приятно. Пресс видно. Где живот? Поддержка татарии. Улям, Рахматик Зур. Рахмат. Серьезно? Мила? Обалдеть! У меня что, сегодня день рождения? Бигзур Рахмат. Обалдеть! Руслан, спасибо! Какова красота? Да, Сима? Сусес Олдердон. Мне кажется, я уже так отвыкла. Мне не с кем поговорить на татарском. С мамой постоянно на русском, только вот с бабушками. Иногда. И то у меня такой ломанный татарский. Ну, иногда так бывает, а хоть с кем-то поболтать. А тебя никто не понимает. Александр, ты татарин? Серьезно? Вот Дамир у нас шпехает на татарском. Поет он на татарском. Минем ты силишь из Экиля. Саян? Первый раз такое имя слышу. Не, Дамирыч, пока не буду. Не обессудь, бро. Мне имя нравится Саид. Саид. На минуту. Привет. Салям. Исламе сас мине хэрмэтли дусларам. Татар кишлэрэ. Хэрмэтли дусларабыз. Бызнэн дэ, Алины бэлэн дэ. Сызны бэлэн силэшэр гэдэлэбэз. Бызнэн хэлэрэгэ сэншэк. Яхшы. Жаласы кэлэ. Жаласы кэлэ мэ? Ништэг. Я буду сингапуга. Очередной день без цветов. Алина, все. Больная эти цветы. Грустно. Ты что, отдыхаешь? Я, да, отдыхаю сегодня. Прикольно, я сейчас уеду. А? У мамы? К маме. Зеленку? Да.
Приятно, что передавай. Будем пить самогон. Бигзур, салям айтанарга. Айтермен. Только она у меня такая холодная. Матур же классно на имя. А? Матур.